хоккей играют настоящие мужчины. Видимо, поэтому на Южном Урале столь сильные команды. Каких игроков знают горожане из команды «Трактор»? Давайте узнаем. Александр Шинин. Еще кого-нибудь? Демченко Василий. Кузнецов. Кузнецов? Так, еще кого-нибудь? Губарев или как там? Не знаю. Если честно, я за металлург болею. За металлург болею? Да. Ну, какие-нибудь фамилии там уж вспомните. Кузнецов, если честно. Знаете, я стала в жизни. Я раньше знала всех там, ну, по молодости. Каких знали? Ну, Цигурова знала. А, ну много были эти, сейчас забыла. Он сейчас Макаровы. Занимайтесь спортом, ведь еще римляне говорили: в здоровом теле здоровый дух. С наступающими праздниками!